Ралли «Студент» традиционно проходит осенью и стартует на главной площади Юргу. Трасса пересекает весь Челябинск и содержит массу контрольных точек. На одних гонщикам предстоит проехать змейку и посоревноваться в скорости. На других – показать знания правил дорожного движения, усложняя задачу время. Для каждой команды выделен определенный промежуток в 2 минуты, за который они должны справиться с заданием. Как отмечают организаторы, в этом году трасса стала гораздо сложнее. Более подробно смотрите в завтрашнем выпуске новостей.